В спорах о том, быть или не быть храму на Стрелке поставлена жирная точка. Об этом заявил губернатор края Лев Кузнецов после освящения места под строительство собора. В эти выходные на Стрелке прошла церемония освящения первого камня будущего Богородицы Рождественского собора. Я напомню, именно это место благословил патриарх Кирилл в прошлом году во время визита в Красноярск. И несмотря на протесты некоторых архитекторов, площадку под храм осветили. На службу пришло более 1000 верующих. Приехали и губернатор края, мэр Красноярска и председатель Заксобрания Александр Ус. После церемонии они поздравили православных и заверили, что больше никаких разногласий по поводу строительства собора быть не должно. И сегодня тему строительства собора мы будем обсуждать в общей студии с главой Красноярской митрополии, митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеймоном. Вы можете присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по телефону 202 22 22.